Всем большой-большой привет, мальчики и девочки. Всем огромнейший привет. И вот наши девчонки снова дома. Снова передают вам приветы всем. Вот та вот Ники, которая, вот эта Луна, которая там что-то нашла. Да? Надо было от меня оттолкнуться. Короче, она использует меня как трамплин. Ну и голос за кадром. 23 апреля на улице. 23 апреля. И вчера получилось так, что мы уговаривали наших девочек сняться. Но почему-то на отдыхе они не хотели сниматься. Это никак было не исполнить. Они чувствовали, что они не дома. Они чувствовали, что где-то в чужом месте. И осторожничали очень, очень сильно. Не хотели никуда не выходить, не ходить нигде. Не знаю, с чем это было связано, боялись ли они или еще что-то. Но вот дома сегодня они ведут себя, вы видите, как обычно, да, девчонки? Хотя я ждал такого контента вчера, но не получилось, к сожалению. И мы хотим что сделать? Мы хотим сначала поздравить тех мальчиков и девочек, которые ожидали от нас вчера поздравления. Но вот мы вчера вообще ничего не выкладывали. И мы хотим поздравить, потому что мы не хотим расстраивать Женю Капустина, который на данный момент... Ники! Ты посмотри на нее! Ты что, занавеску трогать? Еще одна, а? Я ушел. Все. Я говорил, занавеску нельзя трогать. Да. Женя, мы поздравляем тебя с днем рождения и пожелаем тебе, знаешь что, чтобы вот так мама с папой на тебя не ругались. Не ругались твои, чтобы все, что ты делал, делал осознанно. И вот так себя, как вот эти две маленькие девчонки, не вел. Вот они показали тебе, как вести себя нельзя. Как вести себя нельзя. Да. Мы потом с ними поговорим. Будем их воспитывать и обучать. Занавеску не трогаем. Девчонки. Жень, с днем рождения мы тебя поздравляем вместе с нашими девчонками. Пожелаем. Ну, уже, я думаю, что все подарки подарили. Уже все сладкие вкусности уже поели. Ну и вот... Сегодня мы тебя поздравляем также с днем рождения. Будь здоров, будь счастлив и пусть твои все желания исполняются. Все, которые ты захочешь. Вот так вот. А вчера еще у нас был день рождения у Натальи Северчуковой из Украины. Мы поздравляем вас, Наталья. Пожелаем счастья, радости, любви вам. И может быть вот с опозданием, да, но чтобы... В вашей жизни все всегда исполнялось, чтобы все всегда к вам приходило и все у вас всегда было. Вот, может быть, и с опозданием каким-то, но все равно, чтобы все было вот так, как вы того пожелаете. Желали, чтобы наши девчонки вас поздравили? А ну-ка, два слова для Натали. Вот вам два слова. Раз слово, два слова. Счастья, здоровья, любви вам и всего-всего самого наилучшего. Вот. А сегодня у нас у Светланы из города Новогрудок из Белоруссии день рождения. И мы поздравляем вас, Светлана. Мы желаем счастья, здоровья. Видели у вас, если я не ошибаюсь, вроде бы такого интересного кота, да? Который любит кататься. Если нет, то извините, поправьте нас. Но мы желаем счастья вам, радости, веселья. Мы желаем исполнения всех желаний и самое-самое главное здоровье, которое необходимо для того, чтобы проживать на этой планете с удовольствием. Вот так вот. Кто там, собаки гавкают? Что случилось? Что случилось? Девчонки в шоке. У нас
Давайте мы вам покажем, куда наши девчонки все смотрят и куда наши собаки гавкают. У нас вот такое началось там. Работает большой экскаватор. Работает также еще и трактор какой-то. И они, естественно, туда гавкают. Им не нравится этот шум. Нашим девчонкам нравится туда наблюдать. Вот. Вот. В общем, осталось нам сказать вам, знаете, какие события сегодня. Сегодня, между прочим, день свидания под луной. Так что, у кого облачка видны сегодня вечером, сделайте себе прекрасное времяпровождение. Устройте себе свидание, маски. В основном это вас касается. Проявите свою вот эту мужскую харизму и пригласите ваших девочек под луну. Я думаю, будет прикольно, будет прекрасно. А еще сегодня событие. День кактусовода. Я даже не знал, что такое существует, но... Я тебе сейчас погрызу там, а? Ты посмотри на нее. Ты посмотри на этого маленького ПГшника. День кактусовода. Ребят, я не знал, как, но всегда вот с детства вот самым таким ленивым цветком, да, растением, было это кактус, который ты берешь, поставишь, и он у тебя растет, за которым мне вроде бы не очень сильно надо ухаживать, но на самом деле я ошибался, потому что сколько кактусов я пытался вырастить, они всегда через какой-то... Нет, пару было у меня даже, цвели парочка. А вот последние, которые продаются, почему-то их покупаешь, ставишь перед тем же самым компьютером, они через какое-то время загибаются, к сожалению. Они пустые внутри. Поэтому я понимаю, что даже вот в этом, вроде бы кактусу много ухода не надо, но все равно он тоже требует заботы, любви. Он чувствует это, я больше не вижу. Вот, сегодня еще событие, знаете какое? Международный день английского языка. Вот, и еще сегодня... День воспользуйтесь шансом. Я хочу пожелать всем, кто поставил какие-то цели, кто поставил какие-то желания, чтобы решились эти вопросы, сегодня самый прекрасный день, чтобы воспользоваться этим шансом, воспользоваться и решить те или иные вопросы. Попробуйте. Я думаю, сегодня оно, знаете, должно получиться у всех. Поэтому не останавливайтесь, творите. Тем более, что сегодня еще день... Международный день создателя. Но он немножечко в другом идет ключе. Это больше относится к YouTube, потому что 19 лет назад было выставлено первое видео в YouTube. И вот считается 23 апреля официальным днем, когда вот это видео было выставлено в YouTube, что вот отсюда началось исчисление жизни YouTube. И мы благодарны ребятам, которые это сделали, потому что сегодня мы можем благодаря этому общаться с вами. Мы можем показывать нашу шпану ПГшную. А вы нам писать комментарии. Мы можем посредством этого общаться с вами. YouTube, спасибо большое. Мы, наверное, так и назовем. YouTube, спасибо большое этот ролик. Вот. Ну, а слово мы с вами сегодня напишем, знаете какого? Мы напишем слово... Давайте луна пусть будет. Так, как свидание под луной. У нас есть одна луна, а это будет луна. Да? А сразу скажу, кто-то там скажет, вот, Нику забыли, еще что-то. Нет, мы пишем луна, вот та, которая на небе, на которую вроде бы кто-то когда-то пытался летать, то ли прилетел, я так и не понял. Но вот про ту луну будем писать, не про нашу луну. Ну, а на этом мы, наверное, вам скажем пока-пока и до встречи завтра. До встречи завтра. На этом же канале, в этой же рубрике. Поздравим всех, у кого сегодня день рождения. Пожелаем счастья, здоровья, любви, исполнения всех ваших желаний. А также у кого сегодня именины. С праздником имени вашего. Будьте счастливы, мальчики и девочки. Счастья, радости, любви вам. И до встречи здесь завтра. Какие они довольные, какие они счастливые, я бы сказал. Они домой как приехали, они сразу начали обходить свои владения, смотреть, где что у них есть, ничего ли не изменилось. В общем, они домашние. Они домашние до потери сознания. Да?
Не кушал. Вот ты, боже мой, боже мой. Любовь. Пока-пока, мальчики и девочки. До завтра.